Это шампиньон августовский, латинское название Agaricus augustus, редко встречающийся вкусный съедобный гриб. Когда мы впервые его увидели, он впечатлил нас своими размерами. Гриб был незнакомый, но по запаху очень сильно напоминал шампиньон. Пластинки также были характерного для шампиньонов цвета, поэтому мы решили поискать название этого гриба среди шампиньонов. В результате поисков информации в интернете гриб был идентифицирован как августовский шампиньон. Вкус, как у обычного шампиньона. А вот он в юном возрасте с белыми крапинками на шляпке, очень похож на мухомор. Через несколько дней гриб подрос и крапинки разгладились. Полную информацию об августовском шампиньоне можно прочитать в описании к видео. А с вами канал «Живу на природе». До новых встреч!